Итак, джемпер Лиза. Товар дня. Самое выгодное предложение суток за 999. Одна штука и две штуки за 1799. В прошлом эфире у нас было продано более 1500 этих джемперов за одну, вернее, даже за полторы презентации. Шикарный состав, база, две штуки за 1799. Вообще их было продано около 10 тысяч на нашем канале, это база. А именно, если мы говорим про бренд Полесье, то 150 тысяч человек доверяют бренду Полесье на нашем канале. Бренд высококачественный, тем более, когда мы говорим о базе на осень уже, ну или на прохладное лето. Да, данное изделие является у нас с вами не только главным предложением дня, но и культовым изделием от бренда Полесье. Белорусский бренд нам предлагает сегодня вот такой элегантный джемпер, аналог водолазки, но уже с рукавом 1/2 и также ложным воротником. Что же это дает вам и какую выгоду вы получаете? В первую очередь, тонкая вязка обеспечивает и согрев, и прохладу в разные температурные условия. Ложный воротник не давит зону шеи, а значит не вызывает дискомфорта. Рукав реглан в соединении с рукавом длины 1/2 обеспечивает возможности контакт с длинным рукавом кардигана или вашего жакета. Палитра, которая эксклюзивно окрашена именно для нашего телеканала, придает вашему образу дополнительного условия. А все это качество выполнено у нас с вами от бренда Полесье, кстати, на производстве станков, которые принадлежат английскому бренду Bentley. Это то же самое, что та дорогостоящая машина, да. Вот это да. Вы видели, конечно, это качество. Хочется рассмотреть и оттенки тоже. Нежно-розовый, смотрите, такая клюквенная пастила, даже я бы сказала. Красивый очень сиреневый цвет. Он, кстати, с сиреневым кардиганом будет сочетаться. Чуть позже мы вам и кардиган покажем тоже. Бирюзовый яркий цвет с белыми брюками идеально будет смотреться. Да, видите, здесь рукав реглан. Это мой выбор в прошлом часе, он называется синий, небесный оттенок, а темно-синий, шикарный, опять-таки с белыми брюками в круизном стиле, с белыми кроссовками. Далее вишневый цвет, это цвет такого вина бордо. Да, или сангри, такой винный Белый цвет это мой выбор, он не просто белый, а он скорее молочный. Видите, какой красивый оттенок. И наш фаворит, цвет шоколад, удивительный, базовый, очень дорогой цвет, именно оттенок горького шоколада. Давай по размерам с тобой пройдемся, разберемся, как их выбирать. Мы правильно забираем четко размер в размер, данный джемпер ему соответствует, соответствует ГОСТу Республики Беларусь и, конечно же, ГОСТу Российской Федерации. Рукав реклам, средняя длина, воротник ложной формы, который еще связан вместе с полотном, смотрите, его растяжимость максимальная, обеспечит вам дистанционно безопасную покупку. То есть ваша первая покупка станет качественным изделием, базовым, которого вы будете использовать постоянно. И, безусловно, конечно, не давит шеи, правильно садится на любую форму острого и покатого плеча, имеет максимальную длину и не пеленгуется. Разве это не прелесть? Слушайте, ну какая выгодная покупка. Две штуки, два базовых джемпера Лиза за 1799. То есть так вот вообще стоит 899, если вы берете два. А вы берете два, вы забираете обязательно белый цвет базовый и дальше какой-то цветной вариант. Или коричневый базовый и тоже опять-таки яркий цветной вариант. Да. Бренд Полесье, это вообще отдельная история. Мы доверяем ему, потому что это высококачественный пан и это белорусский трикотаж. Кстати, пан – это запатентованная пряжа самого бренда. Она, кстати, ему и создала вот эту знаменитую славу, которую и делает на экспорт в разные страны. Многие бренды приобретают пан в виде пряжи. Это 70% выручки самого бренда. То есть он, в первую очередь, не создатель одежды, а создатель именно этой пряжи. Также хочу сказать, что то оборудование, которое вы видите, произведено английским конгломератом, брендом Bentley, который производит дорогостоящие машины и также занимается вязальными машинами. Поэтому вы будете тоже такой, знаете, люксовой кошечкой. Да, самые популярные оттенки белый и еще один цвет синий. Я его в прошлом эфире надевала. Вот вы не пожалеете, совершенно точно, если возьмете два цвета сегодня. Качество потрясающее, посадка лучшая. Даже и прежде всего для дистанционной покупки, потому что рукав реглан, мы о нем обязательно поговорим. Две штуки за 1799. Белорусский трикотаж Полесье. Цена фантастически низкая. Комфорт, база и отзывы ваши давайте почитаем. Они есть, потому что 10 тысяч таких кардиганов, вернее кардиганов, джемперов уже разлетелась у нас. Вот Мария из Пензы пишет. Мне очень нравятся простые базовые вещи, которые сочетаются со всем.
хороший джемпер. И здорово, что рукава короткие, не будет лишнего объема. Вот про рукава, Микол, мы давай с тобой и поговорим. И вообще про крой этого джемпера. Ну, здесь у нас с вами джемпер, который имеет действительно настоящий функционал. В плане того, что такая длина рукав и еще и в союзе вместе с рукавом регланом, с его формой, дает действительно удобство и комфорт. Во-первых, реглан хорошо врезается во вточной рукав, например, вашего кардигана или жакета. Плюс такая длина, она не сопротивляется в зоне локтя, не подбирает, не собирает объемы. Летом идеально, вроде как бы и прохладная погода, и хочется немножко оголить тело, запястье показать. Такая форма тоже идеальна. Обычно купить футболку, ну, скучно. Для офиса многие по статусу не предложат себе. А вот этот у нас с вами будет просто идеально. Легкая вязка, летом хорошо подбирает потовые железы, собирает лишнюю влагу. Безусловно, воротничок прикрывает нюансы с возрастом. Женщина зону декольте тоже старается правильно выправить. Ну и, конечно, для вас Саша подобрала образы. Да, мы сегодня утром перед началом эфира, видите, примеряли разные варианты с этим джемпером базовых вещей. Вот смотрите, тренч как классно смотрится. Да. Причем вот такого молочного цвета тренч будет идеально смотреться с любым джемпером совершенно. Кожаная куртка, это может быть косуха или бомбер, например. С любой юбкой уже прямо сейчас, вот на мне была летняя юбка, например. Это вариант бомбера более тонкого или, пожалуйста, джинсовка. Опять-таки, джинсовка к любому оттенку, да, синего или голубого подойдет. Мой любимый образ вот этот с жакетом. И сюда коричневый будет потрясающе. Или белый цвет. Смотрите, как красиво эти оттенки смотрятся. У нас есть белый, темно-синий, бирюзовый, цвет такой небесный, голубой. Также есть фиолетовый, нежно-розовый. Конечно же, не обошлось без вишневого. И мой фаворит на сегодня – это цвет корицы в шоколадной заказе. Красивый, элегантный, дорогой, миксуйте его с такими же бежевыми тонами. Кстати, коричневый можно соединить, например, с костюмом в яркой фуксию. Да. То есть это будет такой контраст, красивый и очень вкусный. Вот смотрите, что такое база. Джемпер на мне, допустим, или на Ане – это элегантность. Аня вообще у нас такая прямо, знаете, руководитель департамента, мне кажется. Такая офисная, прямо вот властная дама. Она, видите, юбку-карандаш подобрала, и шпилька на ней тоже, и сумочка в тон, может быть, какие-то цепи золотые сюда тоже можно было бы добавить. На мне тоже очень даже элегантный вариант образа с нашей юбкой. А на Свете, например, вы сейчас увидите, это сразу образ повседневный casual. Это даже куда-то в спорт немножко уходит, с мокасинами, с кедами, с ветровкой. Две штуки за 1799, и уже в этом эфире 400 штук продано. У нас линии снова перегружены. 999 стоит одна штука и 2799. Успевайте забрать базовую вещь на осень от нашего любимого белорусского бренда Полесье.